Земля для жизни, космос для индустрии. Под таким девизом в Мариной Горке сегодня прошла 8-я глобальная конференция по безракетной индустриализации ближнего космоса. На мероприятии собрались ученые, инженеры и предприниматели. Главной темой стал проект общепланетарного транспортного средства ОТС, разработанный инженером Анатолием Юницким. Эта уникальная технология позволит вывести на орбиту отрасли промышленности, которые носят вред экологии и здоровью людей. Проект АТС не просто техническая идея. Это ответ на вызовы времени, перенаселения, экологические угрозы, энергетический кризис. Он открывает путь к созданию космических поселений биосферного типа, к новым способам производства энергии и материалов в условиях невесомости. За 8 лет конференция объединила более 10 тысяч участников из 50 стран. И с каждым годом идея безракетной индустриализации космоса привлекает все больше сторонников. 8-я глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса в этом году собрала более 500 участников в очном и заочном формате из более чем 30 стран мира. Со сцены прозвучало 44 научных доклада в различных направлениях исследований. Среди партнеров форума представители Союзного государства, Национальной академии наук Беларуси, Международного муниципального форума БРИКС, ведущих университетов нашей страны и России. Всегда нужно мечтать и достигать своей мечты через решения инженерные, технологические. Поэтому то, что здесь происходит, показывает возможность развития космических технологий для человека, на благо человека. Вот здесь такие энтузиасты, вот здесь такие люди. И я уверен, что идеи, которые сегодня звучат, они по прошествию определенного времени будут заложены и будут реализованы в конкретных проектах. Представленные на конференции решения доказывают, Беларусь является одним из лидеров инноваций в области освоения космоса.